Опять мы переселились из отеля, переселились в вот такой гостевой дом. Расстояние до моря тоже стоит столько же, 2000 за номер. Ребенок бесплатно. Но нам что здесь понравилось, что здесь вот такая вот, видите, есть лужайка. Здесь вот детские качели. Там есть песочница. И такие вот навесики есть, где посидеть, свежим воздухом подышать. Ну вот опять дождь. Вот бананчики, смотрите, банан цветет. Вот так вот. Банановый цветок. И вот здесь вот, по идее, должны быть маленькие бананчики. Вот под этим вот лепесточком. Банановые пальмы. Территория хорошая, вот здесь вот горы вдали. Пальмочку они тут посадили, видите? Новенькую, молоденькую. Будет скоро пальма, будет вообще красота. Вот. Ждем, пока дождик закончится. Мы уже утром сбегали на море, искупались. А еще здесь вот, смотрите, цветет еще олеандр. Такие вот розовые олеандры. Он очень вкусно пахнет. А вот здесь, смотрите, какое большое дерево банановое. Сразу почему-то на празе вспоминается, когда вижу банановые деревья. На празе только мечтать сейчас. Вообще, мы уже третье место поменяли. Но, насколько я поняла, здесь это нормально. При нас тоже несколько человек приходили, спрашивали, при этом живут в другом месте, ну вот ищут место, где можно поменять дислокацию. Вот, мы тоже приехали, первую ночь на гору забрались, там переночевали, но там мест не было, потом переселились поближе к морю в гостиницу, в отель там трехзвездочный Шармат называется. Но отель это все-таки не то. Мне вот понравилось здесь в гостевых домах. Видите, какой уровень уже гостевых домов. И все номера с кондиционерами. Хорошая двуспальная кровать с хорошими матрасами. И вот хорошая территория. Там кухня есть летняя, где можно готовить. Ну вот гостевой дом, это прям вот нам очень нравится здесь. В отеле там вот допоздна сегодня, вот последнюю ночь мы ночевали. Заехали люди. До этой часа ночи там шумели. Конечно, не очень приятно, когда хочется отдохнуть пораньше, встать, пойти на море. И вот так вот. А вот так, смотрите, просвет немножко. И видно горы в тумане в таком. Находится он в такой небольшом проулочке. На углу находится магазин продуктовый. И до моря где-то 300 метров. Я вышла на главную дорогу нашего поселочка. Вот, кстати, где-то маршрутка. 20 рублей стоит эти сонды от залы. Вот какие там горы красивые. И вот здесь на углу магазинчик «Копейка» продуктовый неплохой. А вот здесь вот магазин турецких сладостей. Ручной работы. И вот там вот магазинчик желтый с коричневыми крышей. Это уже поворот в сторону моря. А направо в сторону Пицунды поворот. А первый мы гостевой дом снимали вот там, вот до самого конца. Где здание, еще идет поворот налево и еще такая же гора, то есть довольно-таки далеко от моря. Но зато там очень здоровский вид и очень свежий воздух с гор. Мнение.
замороженное мясо, курица. Ну и, конечно, абхазские вина. Смотрите, 210-220 где-то стоят. Чагем, амбра, псны, флотны. Вот, ну и есть, вот, допустим, мне вот это заинтересовало. Букет усадьбы, виноград предгорного села Чандара. Ну, вот такой, смотрите, старый сухой. 150 рублей. Такой. Ну, это все свежий урожай. Еще тут очень вкусная выпечка. Вот такие вот булочки с корицей, с маком. Пахлава. Пионеров из Абхазии. Тут вот очень вкусные аджики. Вот такие. Перетертый перец со специями. И вот набор специй тоже. Ну, кстати, наборы специй многие покупают на подарок. Это, мне кажется, частично идет турецкие специи, расфасовка в Азии. А вот именно аджика вот такая вот, то есть измельченные овощи, пасту такую. Это, знаете, как вот в Таиланде делают чили-пасту. Вот это примерно то же самое, только на абхазский манер. Ну, это хорошая идея для сувенира. Вот коровки на каждом шагу. Идешь такой из-за угла, поворачиваешь, а там опа, бык. И, соответственно, все продукты жизнедеятельности тоже. На дороге порой встречаются. Но это стоит относиться к этому как к натуральному удобрению. Травка зато хорошо растет. Апсымра называется. Случайно его нашла, просто зашла в магазин и решила зайти вот в этот поворотик. Видите, тут есть личная парковка, то есть на территории. До Пицунты где-то 3-4 километра. Вот этот Олимп номер один магазин. Здесь даже пластиковые карты принимают к оплате. Довольно-таки красиво здесь. Тут кроме коровок, смотрите, еще лошади в центральном парке пасутся. Ну и почему бы нет? Даже ребенок валяется, смотрите, как прикольно. Отдыхает. Сегодня мы пришли на море. И посмотрите, какая вода прозрачная, спокойная.